Добрый день, друзья. 9 февраля 2024 года. С вами канал Дневник коренного крымчанина. Я в Алуште на центральной набережной. Сделаем небольшую прогулку. Птички поют, это динамики работают. Они круглый год поют. Сквер имени Пушкина. И здесь продаются сувениры. И интересное место — музей камня и самоцветов города Алушты. Самая большая коллекция минералов и самоцветов в Крыму. Сегодня теплая погода, до 16 градусов тепла, но с утра туман опустился на Алушту, но вот куда смотрит камера, уже рассеивается туман и голубое небо. Ну а скоро и солнце выйдет. Большой выбор сувениров. Текстильная продукция. Открыто, работает с 10 до 19 часов. Этот отдел пока закрыт. Срез агат. Давай возьмем эту пику. И тут кварц. Это сера. Мы можем взять и вам принести то, что ты делаешь? Какой ты хочешь пику? Вот это. Зеленый малахит. Интересный цвет. Это спилы камня. Ну, вход в музей платный. Взрослый билет 300 рублей, пенсионный 200, детский с 7 до 14 200 рублей. Здесь же можно также взять аудиокнигу, и вам экскурсовод все расскажет.
52 рубля. Если можно карты, будем очень благодарны. Карты, пожалуйста. Да, можете? Да. Спасибо вам огромное. 162. Пожалуйста, тут ладно, не карта. Гагат. Ручная работа, Грузия. Так что, ребят, советую посетить этот магазин, музей-магазин «Мир камня и самоцветов». Ну, а мы с вами идем дальше. Сделанный в Крыму музей камня и самоцветов приглашает и предлагает увидеть неповторимое искусство природы, ее уникальную коллекцию в первозданном виде и согретую теплом рук лучших мастеров Крыма и России. Центральная набережная Алушты, сквер имени Пушкина. В здании музея работает магазин. Мы вас приятно удивим. Центральная набережная города. На пирсе рыбаки ловят рыбу. Потихоньку солнце съедает туман. Люди гуляют по набережной, дышат свежим воздухом. Погода сегодня теплая. Строительные рабочие устраняют последствия шторма. Визитная карточка Алушты. Ротонда. Городской пляж. Ну и как всегда, пляжный куб идет. Рыбак.
друзья, ну вот такую зимнюю прогулку я совершил сегодня по центральной набережной. Погода теплая, до 16 градусов тепла, но туман. Друзья, с вами канал Дневник коренного крымчанина. Подписываемся на канал, ставим лайки, не забываем оставлять свои комментарии. Подписывайтесь на мой дзен и телеграм-канал. Еще будет много интересного. Пока-пока, еще увидимся. Призовой тир. Колесо обозрения не работает. Туман рассеялся. И сразу на набережной другие краски.